Так, поглотитель куриных желудков, привет! Ты чё там плакал? Спал только что, проснулся? Ну, сейчас будем тебя подкармливать, да? Так, рыжий, пупочная душа, на, кушай, 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 мой хорошенький, кушай, мой хорошенький, давай, давай, молодец. Ну что, други мои, что други? Мякиш, уже только слышно. Вот они игрались, тут все повалили. Вот это вот. Вот здесь лежало. Ну вы молодцы, артековцы. Вы что, решили тут крушить здесь все напоследок, да? Решили напоследок все тут поломать? Ну молодцы. Ну молодцы. Так, сегодня я вас пораньше кормлю, Клякс. У тебя завтра путь вообще будет долгий. У нас маршрут завтра в Серпухов. Потом мякиши мы отдаем в Серпухове. И едем в Красногорск. Да, к маме. Вот такой вот у нас маршрут. Да, Кляксочка, завтра будешь ты с Муськой знакомиться. Да. Да, сегодня поэтому вас пораньше покормлю. Сейчас вот 6 часов. Пораньше покормлю, а завтра на голодный желудок поедете. Да. На голодный желудок, мой хороший. Так что собирайтесь. Собирайте чемоданчики свои маленькие. Что там у вас в чемоданчике? Клякс, тебя я соберу. Там, да, всякие капельки дам. Игрушечки. Игрушечки всякие положу тебе в путь-дорожку. Да, так, ну тряпочку вот эту, наверное, положу вам, разделю напополам, чтобы, ну, чувствовали, что это что-то ваше, да, может быть, там местечко где-нибудь вам оборудует, да, мой хорошенький, да, ну дай мне с мякишем-то хоть, так, куда бы встать бы, чтобы не упасть, тут вы все разломали, мякишка? Ну ты чё? Ты еще не знаешь. Ты еще не знаешь, что завтра ты в новую семью отправляешься. В новую жизнь, мякиш, отправляется у нас, да? В новую жизнь, мой хорошенький. Эх, нафуфырю тебя завтра. На таблеточку, мякиш, на. На таблеточку. На. Иди кушай таблеточку. Иди. Иди кушай таблеточку. Кляксочка, на таблеточку. На. На таблеточку. На. Мякиш, иди кушай. Мякиш все-таки боится меня. С мякишем так и не нашли мы общий язык, да? Общий язык мы не нашли с мякишем. Да кто ж такой хорошенький у нас, а? Да кто ж такой хорошенький? Сейчас вот тебе вот так вот тю-тю-тю. Не шипит уже, второй день на меня не шипит. Мой хорошенький. Вот мамку, видишь, вот так вот мамку гладим твою. Вот так вот, вот она. Вот, видишь, мамка уже, вон, сбрендила мамка. Разлеглась. Вон она, видал? Вот так вот. А ты почему не так? Да, Кляксочка, вот так вот. Что ж, тепло, видите, как? Тепло. Вот он и пузико дал почесать уже. Вот он, Клякс, какой у нас хорошенький. Клякс, какой хорошенький. Завтра тебя на фуфырю дома, да? На фуфырю как следует, как же. Ах ты, какой мягенький. Мягенький, мягенький у нас. Кляксочка, мягенький, мягенький у нас, да? Весь ты в этом пенопласте у меня. Когти свои подрал, весь в пенопласте. Ну, хорошенький. Ну, Кляксочка, ты что-то разыгрался, да? В путь-дорожку собралась. И что-то разыграться решила. Ты что это решил разыграться? Сейчас вас буду кормить. Вон, мякиш, думаю, вообще мать с ума сошла. Чеканулась на старости лет. Как страшно, мякишки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, да, мамаш. Вы вся... Мамаш, вам жарко? А я вижу, вы даже не сидите в этом домике. Температура минус один, ноль, плюс один. Конечно, конечно. Так, пенопласт. Вся в пенопласте ты мне. Ты мой хорошенький.
Да, говорят, будешь вылизываться и будешь пенопласт. Наешься пенопласта. Ну, скажи, как наемся, так он и выйдет. Он что, впитается, что ли, мне куда-нибудь? Никуда он не впитается, да? Так и выйдет. Да. Все, сейчас вас буду кормить. Ну и что ж, и последняя ночка у вас. Последняя ночка. Ой-ой-ой, последняя ночка. Ну что, вот, последний раз официант, ваш официант вас обслуживает. Последний раз. Последний раз. Так, иди сюда. Подожди. Нет, нет, нет. Так, подожди, клякс. Это вот мякишу нашему. На, мякишу. Клякс. А это тебе. На. Вот тебе, клякс. Вот. У каждого своя паечка. Мякиш пупочная душа, вся в рыжево. Вот, а клякс у нас консервная душа. Ну, кушайте. Вот они, чав-чав-чав, чав-чав-чав. Мякишка, дай-ка тебе. Ну, в новой семье завтра будешь жить. Ой-ой-ой. Обещают нам показывать тебя, обещают. Ну, посмотрим. Посмотрим. Поживем, увидим, как говорится. Кляксочка, ну а ты, тебя буду навещать, как и Муську. Чавканье какое стоит, слышите? Вот они какие. Все, давайте. Хорошей вам спокойной ночки, а завтра мякишу 3 часа ехать. А кляксе 3 часа ехать с мякишем, а потом еще, наверное, 2,5 часа со мной до Красногорска. У клякс просто приключение завтра будет в переноске. Ох, еще завтра вас нужно всех будет поймать. Вот это будет квест. Жучка, иди сюда. Жучка, иди сюда. Иди кушать. Вот тебе кашка. Кашка-малашка будешь? Жучка, иди сюда. Вот кашка-малашка тебе, да. Твоя любимая. С потрошками. Иди кушай. Жуч, ну что, ты петард до сих пор боишься, никак не освоишься. Вылезай, вылезай. Вылезай. Вылезай, мой хороший. Вот кашка. Смотри, там и морковочка есть. Язык варили, да? Ручки пахнут у меня кашкой. Давай, вылезай. Вылезай, мой хорошенький. Вот кушай. Давай. Ну как? Вкусненько? А ты сразу язычки вылез. Да и сразу не язычки, а эти пупки сразу находишь там. Как ты все находишь, Жуч? Ну, морковку кушай. Давай, давай. Молодец, молодец. Ну все, кушайте. Пойдем и мы отдыхать тоже. Пораньше ляжем. Завтра долгая дорога у нас. Жуч, ты за старшего будешь тут. Вон, видели? Рыжулька калачиком свернулся и дрыхнет в тапочке. Не знаю, почему в домик не лезет. Зараза такая, такая рыжая зараза. Так и не лезет в домик. Вот, проснулся Илья Сергеевич. Вчера собирался отвозить мякиш с кляксой, но планы изменились. Так. Ну, смотрите, как бы вам сейчас все рассказать. Ну, давайте по порядку расскажу. Наталью, которая собиралась забрать у меня мякиша, посадили на карантин. То есть она не заболела коронавирусом, она среди контактирующих. Да, Рыжулька? Среди контактирующих. Вот так вот. Ее посадили на карантин на 2 недели. То есть мы хотели с ней вроде как встретиться в Москве. Я когда поеду в Москву, буду отвозить кляксу маме и пересечься в районе МКАДа, где-то она там от Серпухова едет, я, соответственно, с Павловского Посада, где-то посередине пересечься и передать мякиша. Но так как ее посадили на карантин, даже чок предложила, чтобы я автобусом отправил мякиша. Ну, грубо говоря, там на какой-то станции, около какой-то станции метро.
надо было договориться с автобусом и передать перевозку, переноску с Мякишем, чтобы он доехал до пункта назначения. Вот, но я просто представил, бедный Мякиш первый раз в переноске и поедет в автобусе общественным транспортом, там его, ну не знаю, инфаркт хватит. И поэтому, конечно же, я сказал, что я сам довезу. Я сам довезу, это чуть дальше Серпухова, в принципе, от меня ехать 3,5 часа, да? Да, жучок? От меня это 3,5 часа ехать. Вот. Ну и, соответственно, с кляксой потом бы я возвращался уже к маме в Красногорск. Это еще 2,5 часа. То есть для кляксы это было бы такое прям путешествие-путешествие. Да, жучка? Пойдем кляксу посмотрим, что там с кляксой нашей. Ну, а так как мы свои поездки вообще планируем с Анжелой в ту же Москву, то есть чтобы нам... У нас машина-то одна, машина одна, не 10, а такси, сами понимаете, тут 3-4 тысячи потратить на такси тоже, как бы, да, Мякиш, шипи, шипи, последний шибко твой, да, ну пошипи еще денек на меня, пошипи, вот, то есть, как бы получалось, я бы поехал отвозить Мякиша, а у Анжелы свои дела, ей нужно там материал было закупить, лен съездить, потому что тут кончается материал у нас, какие-то еще дела, там встретиться с кем-то. А у меня путешествие получается практически на целый день. То есть если я там в 10 утра, грубо говоря, выезжаю отсюда, то я только в час там встречаюсь с хозяйкой Мякиша, передаю, и, соответственно, только в 4 где-то, ну или 3:30, я приезжаю домой с кляксой к маме, вот, понимаете, и все дела Анжелы, которые она планировала там, летят просто в тартарары. Ну и решили, что Анжела поедет сегодня одна, все дела сделает, вот, приедет завтра, а послезавтра я уже поеду тоже делать все свои дела. Соответственно, я сказал, что, ну, если вы теперь на карантине, Наталья, 2 недели, то уж тогда вы никуда не денетесь. И уж если я решил вам привезти Мякиша, там, не... все будет зависеть от меня. То есть, ну, нам не нужно подгадываться друг по другу, потому что человек на карантине, а я, собственно, Мякиша доставлю в целости и сохранности, прям в руки передам. Вот. Ну и, естественно, Мякиш еще у нас 2 дня. Да, моя шипучка, иди сюда, иди помацаю тебя. Иди еще 2 дня, тебя буду мацать. 2 дня целых. Вот он какой. Вот он. Вот он мой хорошенький. Вот он, дракончик. Да что ж такое, Змей Горыныч-то. Приедет, приедет через 2 дня он. Да, мой хорошенький. Ну что, Мякиш? Что тебе дать? Кляксочка, на. На таблеточку. На тебе, на тебе. Таблеточки. Кушайте. Кушайте, мои хорошенькие. Жучка тут у меня тоже сидит, да. Ты повалялся, жучка? Ну, повалялся. Сейчас, сейчас чуть-чуть подкормим вас. Чуть-чуть подкормим. Так что, пока шоу продолжается, еще сегодня и завтра Мякиш, во всяком случае, у нас будет жить в дровах. Ну ничего, Мякиш, на, на, таблеточку тебе. Тебе и тебе. Кушайте. Кушайте, мои хорошенькие. Так, Клякс, ты быстро, ты глотаешь, что ли? Вон Мякиш как, валандой ты. Ага, валандой, валандой, давай. Сейчас мамка ее быстро. Вот. Молодец. Молодец, молодец, Кляксочка, молодец, Кляксочка. Да, Кляксочка к маме скоро поедет, к моей. Ну, я маму, придется маму научить снимать на телефон. Я ей тут недавно смартфон подарил, маме уже тоже 8-й десяток, как говорится, с 48-го года.
Вот. И, конечно, с техникой она не очень дружит. Хотя, ну, интернетом пользуется, там всякие покупки совершает в интернете. Но вот снимать, конечно, для нее это проблема. Ну вот буду обучать ее работе оператора, чтобы она снимала Муську и Кляксу, и мне присылала, чтобы почаще ее показывать. Вот. Ну и Наталья тоже. Мы с Натальей обговорили этот вопрос. А, во всяком случае, она с удовольствием отреагировала на то, чтобы снимать Мякиша и нам показывать периодически. Да? Ну, вот такие вот у нас новости. Вот такие вот у нас новости. Так что Мякиш у нас еще остается на пару деньков. Да, мой хорошенький, да, иди сюда, иди помацай чуть-чуть, иди. Да что ж ты такой брезгливый-то, а? Кто там пишет, что он же дикий-дикий, но никакой он не дикий. Просто он к рукам не привык, но он реагирует на это нормально. Если его в охапочку взять, просто вы понимаете, что мне его за ним тянуться сюда. Очень далеко. Я стою на такой скользкой табуретке, что я говорю, одно неверное движение, табуретка из-под меня выезжает, и я вот на этой висячей мыши и вздернусь тут. Так что мне тут не до резких движений. Вот. А если его гладить, если мякушку гладить каждый день, на ручки брать, то она и... Вон, видите, они, вон, я их вместе глажу. Вон как. Если ее на ручки брать, она привыкнет быстро, потому что девочка, она не агрессивная. Ну, шипит, да, шипучка, шипучка. Вот она уже сейчас и прибалдеет чуть-чуть, видите? Она уже начинает это расслабляться даже. Она видит, что мамка рядом мурлыкает. Вот, я их вместе вон за ушком глажу. Вот, вот такие вот у нас, вот такие вот у нас новости. Вот такие вот новости. Так, ну что ж, вот такие вот новости. Сейчас покормимся, да, немножко, и продолжаем жить. Эх, Мякиш, ну ты побегай пока на свободе последние деньки, а то как тебя в клетку посадят, в квартирную. Вот у меня Муська также бегала здесь, резвилась. Когда на дачу приезжает, она... Ну, сейчас уже она не приезжает, может быть, года два еще назад она приезжала на дачу. И только у двери стояла, чтобы ее отпустили. И она здесь и мышей ловила, там и бегала, веселилась. Дома не хотела находиться. А домой приезжает, и все, и забывает как будто про дверь, что за дверью ничего не существует больше. Все. Ну, дома ей комфортно. Дома ей очень комфортно. Здесь она такая шугливая на даче, всего боится там, осторожничает. А дома она спокойно себя ведет. Так что вот так вот. Вот такая вот судьба у Мякиша будет. И у Кляксочки тоже будут домашними котиками. Так, ну а у нас, видите что? У нас снегопад. Пошел снежок. Ну, пусть подсыпет немножко. Сейчас снежок пойдет, потом еще температура понизится. То есть сейчас у нас где-то минус 3, минус 3, минус 4, ночью будет до минус 7. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так, давайте покушаем немножечко. Давайте. Так, чуть-чуть тушеночкой прожираемся, да? Давай кушай быстрее. А то сейчас мамка троглодит, быстро съест. Быстро съест и будет отбирать у тебя. Малявочка такая. Давай, кушай. Жучка уже вон ждет, когда ей дадут. Да, жучка? Сейчас и тебе дадим. Сейчас. Сейчас всем дадим. Да, мы хорошие, да. Вот так вот, видите, у нас вот башковитый снеговик Анжелкин. Да, с фонариком стоит нормально. Морковку она тут подделала. Сейчас ее еще снежком припорошит. Так что шикарно. Я думаю, всю зиму простоит. Вот такой вот у нас снежок. Так, кошечкам водички нужно налить. Сейчас я и жучки еще дам покушать. Ну, понятно. Вы молодцы, конечно. Вы молодцы. Кляк, скушала, да? Скушала все у мякиша. Ну, скушала так скушала. Ничего не поделаешь. Вот она, Шерочка с Машерочкой. Шерочка с Машерочкой у нас сидят. Ну чё, жуч, давай, веселись.
Веселись, снежок. Давай, давай, давай. Тебе надо поколебиться немножко. Ну-ка. А так, а так. Молодец, молодец. И чё, лёг? И вот так еще, да. Молодец, покувыркайся, покувыркайся. Ну, тут у тебя тропы, тропы. Ну, понятно, понятно. Все нужно пометить. Так, интересно, конечно, отсюда не видно, а я в тапках туда не пойду, конечно. Сейчас с второго этажа вам покажу, какие тут кошачьи тропы. Так, жучок, бошку свою. Ты что бошку свою охлаждаешь? Вскипело, что ли? Жуть, чтоб мозги не вскипели. Ну, правильно, да, столько думать-то, как тебе. Это ж уму непостижимо, столько думать. Правильно, давай, давай, охлаждай бошку чуть-чуть. А то слишком мозги кипят у тебя. Молодец, молодец. Молодец. Жучка снеговика, во всяком случае, не облаяла ни разу. Не была замечена в ссоре с снеговиком. Да, со снеговиком. Чё там роешь, жучок? Бошку свою? Ну, давай, давай. Вот, жучке снег в радость, конечно. Жучка, в принципе, зимняя собака. Ей вот летом не очень хорошо бывает, жарко, она там прячется, ямы роет для себя в холодной земле. А снег для нее прям удовольствие. Ладно, видите? Вот он, медвежонок наш. Носом натыкает везде, да? Натыкаешь везде носом. Ну, молодец, жучок, молодец. И вот так. И чистенький, зато у нас какой жучок чистенький, да? Очень чистенький. Молодец, молодец, жучок, молодец, молодец. Все, да, поиграл. Ну, пойдем кушать. Пойдем сейчас рыжего и тебя покормим. Давай. Хотел вам показать, но боюсь, сейчас уже ничего не будет видно. Все заметено. Видите, какой снегопад у нас. Вот они, кошачьи дорожки. Вот они, видите, кошачьи дорожки. И идут вон в дырку в заборе. Ай-яй-яй. Фокус, фокус. Видите, идут в дырку в заборе. То есть вот оттуда кошаки у нас ходят. И вот так, 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 мимо теплички. Вот они. Какой сильный снег-то, смотрите. О-о-о. Сейчас заметет. Заметет. Анжелка не проедет. Анжела уехала в Москву. Вот. А я остался здесь котов оберегать. О, какой снег. Ну, хорошо. Сейчас еще одну бабу слепим. Так, рыжулька, вот тебе твой гипоаллергенный корм. С тушеночкой помешали. Да? Так посоветовали подписчики нам. Давай, кушай. Гипоаллергенный корм, рис твой, с тушеночкой. Ну, ты и так его ешь, но с тушеночкой будет повкуснее. Так, и жучку чуть-чуть. Жучку кашки-малашки, да? Пойдем, жучок, кашки-малашки поедим, да? Ну, что ты танцуешь, жуч? Что ты прыгаешь, скокаешь? О, сейчас снежок пойдет, насыпет. Сейчас гулять пойдем попозже, да? О, чуть не упал. Так, и водички тебе надо еще принести, да? Ну, жучок. О, морковку жри, давай. Давай жри морковку. Очень полезно. Жучок, хорошенький, хорошенький. Вот, ну вот такие вот новости последние. Еще будет видео обязательно. У нас целый день завтра. Так что не переживайте. Мякиша вам покажу в полной красе. И сегодня вечером буду снимать. Вот, новости. Я вам последнее рассказал. Жучка пока ест, вы ей обязательно поставьте лайк, чтобы она не подавилась. Вот. Ну и увидимся в будущем. Пока!